Мои хорошие, сегодня на ужин решила пожарить грибы с картошкой. Давно-давно я не ела грибы с картошкой. Грибочки у меня с луком уже поджарились немножко. И сейчас отправлю картофель. Так, ничего не оставляем. Так, я обожаю грибы, муж тоже любит грибы. В любом виде, жареные, печеные, в пицце, суп, разницы нет. Соленые, маринованные, я люблю очень грибы. Здесь супчик для деток. У Аслана новое занятие. Весы, табуретки. Его уже ничем не удержишь. Да, мамин? Что случилось? Телефон нельзя маме в руки взять. Телефон. А, телефон алмасын. Al telefonu da anne krize girsin. Аслан, что ты там делаешь? Расскажи маме тоже. Ну, расскажи, что ты там делаешь. М? М? Ты к маме не идешь, мама сама к тебе пришла. Это нельзя вытаскивать. Там на место. Я с одной стороны на место кладу, он вытаскивает. Тебе не холодно, сынуля? М? Упсик. Аслан, тебе не холодно? А-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Кто делает гав-гав-гав? Кто делает? Гав-гав-гав. 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 Он любит, когда мама гав-гав-гав делает. Захарашка любит, когда я мяу-мяу делаю. Захарашка, кстати, уснула. Папа пришел, ее укачал на руках. Она уснула. Да. Аслан. Аслан, ты сильно занят? Занятой парень. Некогда, ему не до мамы. У нас волосики все растут на эту сторону. Вот так вот уходят сюда. Псана? Не гендерируемся. Папа занят своими бумагами. Ага, ага. Папа. Так и ты, я вижу. Застряла ножка там. Да, он уже ползает, все уже. Ханги чанты. Угу. Я же говорю, все, что не нужно, вот, вот все, все надо брать. Тапочки. Пошел, пошел. Ой, ой, все закрыл. Ждешь, да? Тетя пришла. Сейчас она тебе сделает массажик. Да. Довольная такая. Пупсёныш, ты хочешь массаж? Да? Да? У меня красавица. Здравствуйте. Кто пришёл? Кто пришёл? И чё? Доброе утро, страна. 8 утра. Вот это нас разбудило в 7 часов. Кушать требовало. Естественно, брата своего разбудила. И чё? Не сестру? И папа? Все в сборе.
Хорошо. Разговаривай. Так, телефон уберёте, насосос я учу. Ой. Сегодня у нас воскресенье, и в планах поехать к родственникам в сторону Манисы на этот. На дачу будем жарить мясо, там, курочку на мангале. Для пупсики. Папа тоже кто-то с утра звонками теребит. Ну, это что-то типа электронные звонки. Труксель и так далее. Что-то типа такого. Они любят названивать. Калкьянусу? Да. Ястык. Сейчас папа пойдет дочь разбудит. Она у нас ночевала. Отвезет ее домой. У нее курсы. Хоть воскресенье к ней приходит заниматься преподаватель. Потом 12 закончатся курсы. И мы все поедем на пикник. Ты ругаешься, что ли? Ты на кого ругаешься? Да мы должны на тебя ругаться, спать нам не дала. Ворчу нет, да? Или улыбашка? Кто ты сегодня? Сегодня улыбашка, да, маме? Да? С хорошим настроением проснулась? Пупсёныш? У пупсёныша сегодня хорошее настроение. Да? Где игра? Это ножка тоже постоянно, которая дергает, кайфует, когда... Пупсёныш. Здесь еще один пупсёныш. Оба здесь. Мамины пупсёнышы. Мамины сёнышки. Сидю. Утро начинается не с кофе. Утро начинается с ангелочков. Да. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас воскресенье, и, естественно, мы на прогулке всей семьей. Всей своей большой семьей. И мама, и папа, и заловка с мужем, и племянник, и старшая дочь. И все-все-все мы приехали в гости к свекровиной сестре, получается, к мужу тете на дачу в Манисе. И будем сейчас попозже жарить мясо на мангале. Короче, получать удовольствие. Здесь природа. Я здесь была один раз 2 года назад, когда они женили своего внука. Когда мужа тетя женила своего внука. А здесь собака. Вон там сзади собака. Вот, не пойду я туда. 2 года назад была. Кстати, сегодня Пасха. Христиане отмечают. Я вас всех поздравляю, мои хорошие. Все у вас в жизни будет хорошо. Я, честно сказать, не знаю, что в этот праздник принято говорить, как поздравлять. Мне не приходилось раньше, но от всей души поздравляю. Вот. Здесь красота просто. Цветочки, трава. Неспелые фрукты, как я люблю. А, вон моя свекровь тоже там. Сезон не обеснулась.
Ben çekim yapıyorum. Burada köpek var. Он там сзади, они где-то, не знаю. Вам не видно? Короче, там они. Потом еще покажу. Вот. Вот так, короче, проходит у нас воскресенье. Это не сама Маниса, это такие дачные районы. В каждом городе, по-моему, есть такие окраины, где дачные районы. Вот это вот такой вот район. Детей сейчас накормила, уложила спать, они себя ведут очень хорошо, машина. В принципе, последний месяц мне грех жаловаться на детей, они у меня очень-очень-очень машала спокойно, и хвала Всевышнему. Вай. Это вот моя стихия, природа, зелень, цветы. И сегодня погода просто суперская, чисто летняя уже погода. Но жары такой нет, чуть-чуть прохладный ветерочек есть, чтобы было прям кайфово сидеть на улице. Ладно, переворачиваю камеру и показываю травку, цветочки. Я получаю огромное удовольствие вот в таком месте, даже просто находясь в таком месте. Мне не обязательно ни мангал, ничего, вот просто находиться вот среди зелени и цветочков и вдыхать этот воздух мне уже достаточно. Это моя заловка. Кстати, вот это парнишка, которого 2 года назад женили. У него жена сейчас беременная, должна родить скоро. Курочки. Раздаваемся. О, петух, петух какой-то. А, гиттель, ребят. Испугались. О, кепейки мин? А, собака соседская. Я думаю. Сен видео чекиордум, как ты пита. Эвет бал. Короче, вот так вот. Все вот здесь получаем удовольствие эстетическое, моральное. Сейчас будем еще удовольствие живота получать. Вот она, небольшая дача, вон там мой муж ходит. Доча спит, он проверяет. Она в коляске спит, сынуля внутри. Сынка, вот я понял. Мы не завтракавшие. Ага. Уже какое? Я закрою пока камеру, пока я похрущу. Начали жарить курочку. Ай, как запахло. Мы не завтракали. Где какую? Здесь рассада у них. Хозяин дачи, кстати, очень любит зелень. Баклажаны это. Будет высаживать. А здесь огурцы и кабачки. Мята. Нане мы было? И ведь. Мята как пахнет. Орегано. Кикик. А мы фарфы кукую? Да, кики, я? Да, кики. Да, кики. Пикая кики вардур, о ярде дыр, бу та... Чедр. Оп, бак, орда. Бак, бак, бурас комплект. Ондан. Шынар экшилип, кузу кулак. Шынар. Кузу кулак дарлар онлары. А, смотрите, чё только здесь не растёт. Так пахнет. Не хадар кукую я. Ал işte topla biraz bundan evde. Sonra diyorum ya. Bak al ya buraya bak. Tamam tamam. Sarımsak bak bak. Bak.
Ondan sonra çesnok. Sarımsaklar. Ya petrushka, petrushka, maydanoz bu. Petrushka. Ukrop, по-моему. Gel. Да, укроп. Bu ne? At ağzını. At ağzını. Ekşi güzel. Kuzu kulağı. Ekşi kuzu kulağı. По-моему, кир салат. Güzel. Başka cinsi çeşidi. Bak damarlı. Pazarda var mı bu? Var. Güzel, ben sana sevindim. Dedim alalım, o gün istemedin sen. Aa, değil mi? Bu keşinden yoktur. Bu damarlı, kırmızı damarlı. Такой, говорит, на рынке, говорит, нет, именно, говорит, такого, говорит, такого, говорит, вида. Клубнику я видела, а челик, а, да. Гордон, челик? Стик, 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 стик. Да, у тебя тарап тучок, вот. Аслан. Зейна, Аслан. Зейра! Аста! Не смотрят мои дети в камеру сегодня. Народу много. Короче, вот так вот. После вкусного обеда и ужина вместе будем пить чай. Посмотрите, да? Это у нас угли из-под мангала. И в нем, в этих углях, точнее, в них стоят чайники. Горячие-горячие. Здесь бывает заварка наверху, а нижний это просто кипяток. Ой, красота! Я, как всегда, бездельничаю. Все поели, все наелись. Девочки моют посуду. Молодцы. Мой муж ходит, чай пьет. Саней заефлама герекью дедилер. Эвет. Эвет. Mantarda mantar kaldı. Oy. Kim yiyecek şimdi bunu? Ben yerim, merak etme. Все наелись, я говорю, кто теперь это будет кушать? Он говорит, я поем, говорит, не переживай. Конечно, я не сомневалась в его способности. Асланчик у дедушки на руках. Это мужа, тети муж. Аслан! Аслан! Солнышко мамина. Зихашка с сестрой, с юмор внутри. Ben yemeyeceğim. Alsın ya. İstemem. A, çatala şey yap, soğusun. Ne olsun işte, осталось от нашего мангала. Ben yemeyeceğim. Alsın. İstemiyorum. Ben bunu yedim, çok güzel. Я поела зеленый абрикос, алчу зеленый. Йо, истемем. Как он хочет меня накормить, слушай. Я переела уже, мне уже не лезет. Емедем, чок едим, чок едим. Тут оно, біраз гезе, товар он на саярсен. Я же забыла вам снять коров. Здесь по соседству есть коровы. Сейчас покажу. Я с чаем. Здесь так принято разгуливать с чаем. Ай. Номерочки на ушах у них. Целое хозяйство. Который стоит бычок. Это бычки. Why? Который сидит тоже бычок, точно. Точнее, лежит. А это корова. У нее мордочка коровы. Why, не надо. Я в детстве их не боялась, сейчас что-то побаиваюсь. В детстве у меня была любимая корова, когда я приезжала к бабушке в село. Этот бычок явно что-то хочет. Явно что-то хочет. Ай, мои дети уснули. Ой. Люблю я такие места. Здесь растет салат. Видите? В прошлый раз, когда мы приезжали, он столько всего нам дал. Зелени всякой. Что интересно?
вкусно. Короче, вот так вот.